пляж погулять. Там видно океан. Очень-очень милый такой райончик. Прям есть такой зелененький, призелененький. Так, топать, это а начало нашей субботней прогулки. Я ее выбирала всю неделю, нет, с прошлых выходных еще. Давай, пойдем куда. Вот посмотрим на океан. Да. И тут будет длинная-длинная дорожка вдоль океана. Можно сделать 37 километров, но мы, естественно, 37 не пойдем. Мы повернем на половине пути назад и пройдем где-нибудь 15-16. Это мой план. И еще потом покушаем. 5-6. Нет. Давай лапами. Лапами. А что? Идешь? Я шевелюсь. Вот так вот. С такой скоростью мы дойдем. Вот тут такая дорожка, сейчас покажу. И она будет длинная и долго. Варианты хайков меня перестали устраивать, потому что кругом, где я читаю последние отзывы, везде про змей пишут. Типа, будьте осторожны. Мы дошли до какого-то очередного пляжа. Тут много-много по этой дорожке разных пляжей с разными названиями. Мы начали на море Торито, дошли до Редонда Бич. Вот мой пир. Вот вообще, о, супер. Люди катаются на роликах, на великах, пешком очень много ходят, птицы летают. Такой воздух прямо морской, свежий, приятный. Километров, а то и больше. Встали, я говорю, у меня уже ноги болят, лик жалуется, мы идем и жалуемся друг другу, что у кого болит. И сейчас мы пойдем, нашли местечко позавтракать. Пойдем. Это мой протеиновый салат, сплошной протеин. А это паста Вика совсем, он сказал, все, кладите. Я там еще такая, мне, пожалуйста, соус on the side, bread without butter. И такой, всего и побольше. Мы уже возвращаемся к машине, я иду и говорю, ну, такое ощущение, что мы себе устроили в Ростов Vacation. Реально такой вайб, очень пляжный, все такое на чили, на релаксе, солнце, пальмы. Я солнце просто не видела уже неделю, наверное, вот почему мне так кажется. У нас пасмурная погода. Но если ребята сюда приедете, мы обязательно сюда приедем.